Езжай, ты грёбаная машина. Давай, давай. Блин, машина, походу, все барахлит. Блин. Машину уже недавно купил. Только позавчера, да. Позавчера только купил. А уже немного полом. Вот стали. О, ребята, всем привет. Вы находитесь на канале Котёнок Рыжий. И сегодня мы с вами будем работать дежурными по переезду. Это уже, ребята, вторая серия. Ой, здорово. Он печеньку кушает. Он печеньку кушает. Слушай. Так, мы сегодня будем, еще раз говорю, работать дежурным. Сегодня вам, если кто-то не знает, я вам просто объясню. Дежурный по переезду – это такой человек, который следит, так сказать, за машинами, которые проезжают переезд, чтобы не случилось ДТП. Потому что если бы его не было, на, тут, ну, в смысле, на переезде все время были бы ДТП. А если он будет, то будет все хорошо. Не, ну, конечно, будет происходить, может, аварии, но это очень редко. В общем, ребята, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. А, еще. Желтый флаг, это значит, проезжай, все хорошо. Ну, пусть буду показываем. Красный, это значит, останавливайся. Все, надо останавливать, чтобы что-то плохо. А зеленый, это машина, чтобы, типа... Ну, чтобы, типа, все хорошо, все прекрасно. В реальной жизни таких нету. А вот, ну, если есть, конечно, вот будет прикольно. То прекрасно. Давайте посидим пока. Так, кстати, через поезд подъезжает через 15 минут. Кстати, вот третий поезд, ну, там он загадочно как-то написан. В общем, все, ребят, давайте. Посидим и будем ждать. Давайте, да, блин. Все, будем ждать поезд. Так, ребята, так, о, все, ребята, так, по времени. Нужно про все, должен подъезжать поезд. А он у меня и так был открыт. Закрыть, в смысле, отсюда. Так. О, кстати, у меня креатив. Да, ё-моё, дождь! Да, ё-моё. Сейчас у меня креатив появился, странно. Ладно, надеюсь, это какие-то неполадки, наверное. Палатки с Майнкрафтом, как бы у нас тут управляет один человек, жить они там управляют некоторые, может кто-то управляет миром, там мне дают креатив. Ошибка, наверное, ничего не нажали. О, все, ребята, сделали мне выживание. Блин, дождь прям не в тему. Что за нифига себе, сразу тоже закончил. Отлично, вообще, да ё-мо, я задолбался уже ставить эти флаги. Все, должен поезд подъезжать. Думаю, сегодня, надеюсь, будет обычный день. Не думаю, будет просто обычные поезда, просто поработаем, если может, даже поговорим. Так, поезд. Давайте к нему подойдем, чтобы было уж точно. Поезд! Поезд! О, Москва. Ребята, едет. Быстро едет. Пацаны. Быстро. Успел. Это тот самый поезд, который у нас в какой-то серии был, который... Ну, все, приезжает. Все, он ты должен... А, нет, сейчас уедет, да? Или он останется? Да, он устанавливает. А, нет, он уехал. Сколько раз я сказал. Тут такие же машины, как и у меня. Вот, смотрите. Все, он уезжает. Так, все, не уходим с поста. Нужно открывать переезд. Мы уже 17 дней, наверное... Нет, мы, наверное, даже больше работаем уже дежурно. Все, открываем переезд, будем ждать следующий поезд. Ну, а следующий поезд будет через, в принципе, 15 минут. Тоже через 15 минут, это уже второй поезд, а третий какой-то там загадочно написан. Не знаю, там просто вот вопросительные знаки, не знаю почему. Ну, в принципе, будем ждать поезд, да? Ой, ребята, вышел подышать свежим воздухом. Так, что там по расписанию? О, все, даже подышать поезд, давайте быстро закрываем. Закрываем. Да ё-мо. Все, должен подъезжать у нас поезд. Где поезд? Все, идем. Идем к нашему поезду. Все, он с этой стороны приедет. Давайте вот здесь его вот так подождем. Будем ждать. Ждем. О, едет. Все, ребята, едет. Блин, классно такой. Мне нравится этот поезд. У него такой окрас прикольный. Все, он проезжает. Ой-ой-ой-ой, вот никогда вот так... Чё он останавливается? О, фух, я подумал, он останавливается. Показалось. Перегрелся, наверное.
Так, все. И, ребята, наконец-то загадочный поезд. Я, знаете, я торопился к загадочному поезду. Мне просто интересно, может, это вообще не поезд. Ладно, будем ждать. Так, ребята, ну что ж, я тут уже сижу, жду поезд. Так, по расписанию все, должен подъезжать. Не знаю, какой там поезд, конечно, но мне прям интересно. Давайте даже подойдем, чтобы быстрее его увидеть. Поезд! Может, это, прикиньте, это вообще метро едет? Не, вряд... Метро! Что? Метро! Я только сказал... Ребята, это это метро! Да ну нафиг. Реально приезжает метро. Я что-то вообще юмора не понял. Вы что-то совсем офигели? Ребята, это реально... Это реально... Офигеть. Ребята, знаете, давайте сегодня, может, даже третий ролик загрузим. Третий ролик, потому что вчера же не вышел, я решаю сегодня три ролика. Потому что вчера у нас не вышел ролик. И по расписанию это последний поезд. Это не поезд, это метро. Что? Метро же под землей. Вообще, ребята, я сейчас в шоке. Ой, нужно закрыть, а то это как? Сейчас придет следующий дежурный. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Я, честно говоря, в шоке как-то. Я буду сейчас уезжать. Все, давайте. Всем спасибо. Всем пока. Я просто в шоке.